Становится. Нет, не так. Игрок Красной Армии праздновал. Но опять же, Рыбалкин выручил. Вот момент. И, кстати говоря, ну вот с этого повтора. Так, а надо, наверное, посмотреть. И, возможно, не зря-то отмечал игрок Красной Армии уже поднятыми руками. Этот момент. Артур Кармашков и нападающий 65-й номер. Даниил Посылкин, 99-й номер, вчера играл на передачу. Спортфилин, еще один ассистент. Михаил Бякин, 74. И счет становится уже 4-1. Вот так вот быстро. Семьдесят одна попытка была, вот это 72-я. Опасный момент, и мы видим, как реализовано большинство. 1-3 счет становится в нашем матче. Раскатываются хозяева на хорошей скорости, входит в зону спартаковцев, бросок в дальний угол, 1-0. Руслан Исхаков открывает счет в этом матче. За счет двух передач прошли всю площадку красноармейцы. Эскаков вошел в чужую зону. И очень здорово. И престижно для молодежной хоккейной лиги. Кирилл Петьков отбирает шайбу. И какую ошибку совершает при передаче назад. Два сразу игрока из команды Красной Армии оказались. Судьями. А вновь нарушать это Исхаков. Правила. Исхаков, он вынуждает нарушать правила на себе. Он шайба и бросок, и гол. И шайба в воротах. 8-5. 2 минуты. Пожалуй, самый заметный сегодня хоккеист Красной Армии. Номер 34. Руслан Исхаков. Один из самых небольших. Гостей доставить. И добавить, соответственно. В быстроте немножко игрокам. А здесь удаления нет, не будет. Опасный момент, бросок, и шайба влетает в ворота, счет становится 2-2. Чувствую, что удастся. Выиграли вбрасывание, быструю атаку проводят игроки Красной Армии. Опасный момент, и счет становится 2-0. И это первая пятерка отличилась. Первая пятерка первого периода. Владислав Шаманин шайбу забросил. Опасный момент. И счет становится 4-2. Четвертую шайбу игроки Красной Армии оформляют. That only took six days. Jeez, nice. Russians in on the attack. Galenyuk goes wide. Pass over wide open. Kajan scores. Ищаков at the side of the net, able to bury that beautiful pass from Данила Галенюк. Хороший момент, бросок и гол. 2-1 счет становится. Количество все в пользу Красной Армии. Но, опять же, я свои слова повторю, здесь нужен, необходим риск. И так вот надеяться, что встреча... Поэтому красавец Михасенок не только лидер в атаке, но и в обороне принимает шайбу на себя. Момент, выход 1-1, бросок и гол забивает Семен Крашенинников. Вот так вот проспали этот прорыв. И прямо по центру передача. Выход месяц назад была лучше, сейчас, честно сказать, не смотрел. Ну и вот атака Армии, бросок. Да, ну, здесь все просто. За 15 секунд Красная Армия
Back, left wing, and a shot right on goal. Shot from the left point by Galyanek was knocked down, pinballed around the blue ice, and the Russians make it 2-0. It looks like it's Ishikov. We'll get another look on the replay. Huitema had the initial save. He could not control the rebound, and then it looked like it bounced potentially off. Morozov intercepted on the play, but it's held in at the right point. Zaroblev. Right wing Ishikov, cross ice left wing, loading it up, getting the shot, score! Morozov, and it's 3-2. He tucked it inside the post. He could hear the ping. And that was a great shot, Pete, but perhaps an even better pass from your guy, Ruslan Ishikov. Хорошие возможности есть у Красной Армии подобраться, может быть, даже вплотную к команде «Динамо» из Санкт-Петербурга по заброшенным шайбам. Да, 3-0 счет становится. Ну, таким темпом можно будет даже и Лока обойти по заброшенным шайбам на один. И счет у нас становится 6-2. Вот так вот получилось, что в первом периоде команды радовали результативной игрой. Затем пауза на один период. Филин тоже отличиться хочет и спасает Шосток. Еще момент. И где шайба? И все-таки забивают. Заталкивают с мясом. Кисты Красной Армии. Сколько сейчас? Раза два, да? Шосток просто мертвый. Спасение совершил Константин. Но пока такой перепас у синей линии. Бросок. Рикошет. И шайба в воротах. В воротах Устименко, конечно же, здесь неудачно сыграл. Да, всего лишь 30 секунд потребовалось Красной Армии на то, чтобы вторично в этом матче использовать свой шанс и передача на пятак, бросок, и вот теперь уже гол. Теперь уже без помех и добивается своего Руслан Исхаков. Ну, повторюсь, самый активный игрок по этим 8 с небольшим минутам сыгранным. Хорошая смена. Опять ребята из четвертого звена, они счет сравнивают. 5-5. И вот она, бурная радость. Долго хоккеисты из этой тройки шли к своему голу. И они его организовали. Руслан Исхаков has tied the game at one. Second two-on-one given up by the U.S. on the first one. Cameron York was able to buy time till he got some defensive help, but